1880-х, 1890-х годах в Петербурге Маковский часто меняет места жительства и мастерские. Пишет портреты столичных красавиц, меценаток и благотворительниц. Портреты Волконской, Морозовой, княгини Юсуповой и других. Художник вспоминал: «Лучшие красавицы наперебой позировали мне. Я зарабатывал громадные деньги, жил с царственной роскошью и успел написать несметное количество картин, декоративных панно, портретов, этюдов и акварели. Его бесчисленные заказные портреты представителей аристократии и высшей буржуазии служили едва ли не эталоном художественного вкуса для самых разных слоев русского общества. А после написания портрета Александра II он фактически становится придворным живописцем». Работа «Жениться», другое название «Девушка со снопом», датирована 1880-ми годами, лучшим периодом творческой биографии Константина Егоровича Маковского. Она обнаруживает блестящие качества живописного дарования художника, разнообразный живой мазок, солнечный колорит, развитое чувство декоративного. Можно предположить, что «Жениться» – костюмированный портрет неизвестной модели, портрет в образе малороссийской крестьянки, так как лицо девушки – это лицо барышни, а не простолюдинки. Константин Егорович Маковский – один из самых известных, востребованных и высокооплачиваемых русских живописцев второй половины XIX века. Художник работал в самых различных жанрах – пейзажи, историческом жанре, создавал декоративные панно. Но наиболее известен он своими портретами и работами в боярском стиле, изображающими богатую, красочную, идеалистическую жизнь того времени. Его произведения отличаются артистизмом исполнения, красочностью и сочностью цветов, вниманием к красивому антуражу и совершенно лишены социально-психологической нагрузки. Это главные причины небывалого успеха живописи Константина Маковского. Константин Маковский был одним из самых богатых людей своего времени. Творцом, чья жизнь, раскрашенная яркими красками, оборвалась внезапно в результате трагического происшествия.